К проекту «Активное долголетие», запущенному в Подмосковье с июня текущего года, присоединился городской округ Зарайск. Жители старшего возраста выбрали занятия по душе и с удовольствием их посещают. Для них организовано 9 активностей. Только в летний период занятия посещали порядка 100 человек, а вот в осенний период их количество значительно выросло. В настоящее время в проекте участвуют уже около 130 пенсионеров. Предпочтение они отдают скандинавской ходьбе и физкультуре. Занятия проходят на базе городского стадиона и в парке металлистов. Танцуют бабушки и дедушки в ДК имени Леонова. А те, кто выбрал пение, творчество, компьютерную грамотность, посещают центральную библиотеку. Творческие кружки для граждан пожилого возраста работают и в центре досуга «Победа». На базе средней школы номер 6 проходят занятия по йоге. Большой популярностью среди старшего поколения пользуются плавание. В бассейне Дворца спорта «Зарайск» организованы бесплатные сеансы для пенсионеров, и их посещает более 70 человек. Каждую среду активные пожилые зарайцы совершают туристические поездки по экскурсионным маршрутам своего округа и Коломны. Несмотря на то, что проект был запущен только в июне, количество желающих принять в нем участие растет с каждым днем. Ведь работа в этом направлении велась в Зарайске давно и целенаправленно. Люди старшего возраста – одни из самых массовых участников концертных и культурных программ, творческих выставок и спортивных соревнований. Валерий Маркович, Герман Беляев, Анастасия Булатова. Студия «Квант», Зарайское кабельное телевидение.